Ютубчик мне чертовски поднадоел. Я решил посмотреть ТВ-шечку. Награда за лучшую роль осьминога в Париже. В номинации «Лучшая роль осьминога» побеждает... Дельфин! На премии «Лучший осьминог» победил дельфин! Ну все, парижане, вы допрыгались, я иду к вам. Ого, Париж! О, нифига себе, ты посмотри. А, действительно, мне писали в комментариях, что на нас будут двигаться всякие невидимки, и морской черт нам будет в этом помогать. У него, кстати, отличный фонарик, слушай. Ох, уж эти невидимки. Думали, что застанут меня врасплох. Да фига им, лысого. Ну что, кто следующий? Так, вижу, вон там вот. Надо подсвечивать этих невидимок, а то они действительно подкрадутся сзади, а я даже не замечу. Ну, где, кто? Вон, вижу, плывет. Давай, поближе подходи. Как же хорошо, что у меня есть королева пчел. Она тут всех нафиг разбомбит. Давай. Оу, людишки обозлились. Ну, давай, показывай нам свою мощную волну. Где? Кто? Я с теми разберусь. Сейчас фонариком посвечу, и все, всем хана будет. Хана всем, морской черт всех опознал. Близко ко мне не подходите. Кстати, у меня же карате-пацан есть, я про него забыл совсем. О, отлично, ракушечки мне всегда нужны. Так, нужно апгрейдить нашего осьминожечка. Что у нас там есть, надо глянуть. Пуферфиш за 2500, давай берем. Потому что все вот эти вот уже клешни, пчелы и пингвины, они у меня уже есть. Насажены на мои щупальцы, так что смысла их покупать не вижу. Ну ладно, пингвина у меня нету. Ладно, поехали. Come on, я вышел. Давайте, вон у меня теперь два братюни. Карате-пацан и надувающая рыба. Блин, это же акулы. Роботы-акулы. Нифига себе, жестко как. Интересно, если они меня куснут, мне, наверное, хпшечки 2 точно отнимется. Но, ой-ой-ой, сколько невидимок. Всех опознать. Фух, всех увидел. Клешня, где ты? Цапай его. А ты красавчик какой, а. Люблю лобстерские клешни. Ну, в смысле, не есть, не грызть, а когда они у меня просто есть, чтобы раскусывать. Сколько акул, да вы чё, завязывать и плавать вокруг меня, что-то вы как-то слишком близко ко мне подобрались. Офигевшие, у меня вроде мяса-то и нет, кровь не течет. Ты же знаешь, что акулы на кровь, как реагируют, у них прям чулка за километр. Эй, тихо, фух, успел. Ого, кого подсветить? Спалился невидимый. Ты подводный лодка. Еще пиранечка вон та сейчас отхватит. Так, где моя лобстерная рука? Кусай акулу. Ха. Все. Ой. Как страшно-то. Вот эта надпись появилась и прям страшно стало. Хорошо, что у меня нет штанов. Я же осьминог. Они мне просто не нужны. Даже никто не увидит, что я обсикался. Так. Фух, я уж хотел братюнь просить, чтобы они мне помогли, но ракушечки вовремя подлетели. А то б мне точно там капец настал, если б не ракушечки. Так, что у нас здесь есть новенького? Еще один светлячок, курицу. Нет, чикен не буду брать, ну, в принципе, ничего. Ну, ладно, поехали дальше. Ну что, нападайте на меня. Пираньки какие-то вылетели и сразу охребли. Вижу невидимок. Блин, на самом деле здесь без... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. О, что это такое? Нифига себе, брюлик какой, 200 ракушек сразу дал. А, о чем это я? Так вот, я про то, что без морского черта этих невидимок, походу, вообще не обнаружить. И если бы не он, я бы здесь точно профукал этот раунд. Опа. Варнинг. Босс. Это же... Они люди! Вы что, офигели? Вы решили сделать осьминога-робота? Живой-то осьминог намного круче и мощнее.
Ну вы даете. Ну, ой-ой, у него пукалка. Так, мне надо... Вот так вот надо сделать. По пузу мне сейчас... Да ты офигел, столько пускать в меня своих фаерболов пукольных. Отстань от меня. Не пускай. Есть! Получил в лысину. Ой-ой, у него две пушки теперь стало. Кажись, это мне... О! Здесь еще пираньи невидимые. Ты глянь, сколько их вокруг меня было. Офигеть. Вы офигели? А, подожди, это не пукалка у него. Он пираний выпускает из этой пукалки. Есть! Я ему глаз пробил. Ха! Ой, ой, опасно как-то. Не подходи ко мне. Вот ёшки-матрёшки. Ребята, выручайте, помогайте. Вот так вот. Карате пацан, ты промахнулся. Он был правее. Но не важно, я все равно уделал этого осьминога. Не до осьминога, точнее. Ух. Вот это прикол. Так. О, да. Еще одна Queen Bee. Я ее поставлю, конечно же, поставлю вот здесь. Хо-хо. Блин, еще бы электрического угря мне прикупить, но 5 косарей у меня, к сожалению, нету. Ну что поделать, будем собирать. Есть, я выполз на сушу. Все, людики, вам хана. Людики. О, Париж, Париж. Одна из европейских столиц. Ну, поехали посмотрим. О, нифига себе. И здесь эти невидимки. Давай оборзели. Хоть очки покупай против Invisible. Invisible, я ж правильно сказал? А, пофиг вообще, я не кухры, не мухры по-европейски, по-американски. Я только по октобадонски. Октобадонский язык, кто знает такой. Ну, это осьминожий язык, ну что. Осьминоги на самом деле жестами общаются. Вот. О, какое красивое здание, надо его разбомбить. Это же пекарня, там багеты пекут. О, я ж, ты же знаешь, что французы багеты обожают. Они, кстати, очень вкусные багеты делают. И не только багеты. О, танчик приехал. Людиха! Он выпрыгнул. Ну ладно, ты, наверное, был пекарем, поэтому ты спасешься. О, как же вы достали своими фаерболами, ракетами этими огненными. Пойдем-ка подсветим этому чуваку вот так вот, крабом прям. Ну давай, о, сердечко! Сердечко, это круто, это всегда хорошо. Ну, пчелки, давайте. Давай, сколько невидимок опять поналетело. Да что ж вы будете с ними делать-то, а? Вот им все нравится эти инвизиблы использовать. Ладно, поехали дальше. О, сверху летит еще один. Подсвети-ка мне его. Ой, да сколько у вас много. Все, поехали отсюда, нечего здесь задерживаться. Ой, танчик, танчик. Поаккуратней, дружище. У меня тут отступать некуда. О, смотри, здание с сыром. Там сырки продают. Да, точно, во Франции же еще вкусные сыры. Хотя или не во Франции, да, пофигу вообще. Один фиг разнесу все. Вот так, двигаемся дальше потихонечку. О, там у нас электричество. Надо будет сейчас все это дело разрушить. Оставим Париж без электричества. Отлично. А это что за здание? Просто жилое здание, что ли? Я думал, это еще одна пекарня будет. Так, людишки кричат, им страшно, это хорошо. Это прям кайфово для меня. Нефиг было дельфина выбирать. На премии лучший октагидон. Вот так, получай. Ну, на, сколько вас тут. Мои пчелы не справляются. Все, поехали дальше. Тра-па-па-па-па-па. Круче. Ой, я забыл. Чё-то не увидел, не уследил. Ребята, выручайте меня. Спасибо, братюни. Вы меня выручили. Вот так вот тебя. Блин, на самом деле фигово, что снаряды не попадают в невидимок, пока их не подсветишь. Это прям катастрофа какая-то. Чё? Чё, думали, вас не замечу? Да сейчас, конечно. Разбежались. О-о-о. Еще одна пекарня. Ну что ж за дела-то, а? Сколько у вас налетело? Дайте мне до конца дойти уже, отстаньте от меня. У меня тут осталось-то чуть-чуть совсем. Вот так. Людишки спаслись, можно двигаться дальше. Поехали дальше. Я гуманный октагидон. Бегите, бегите. О, смотри, там эти люди, которые пантомиму показывают. Ох уж эти пантомимщики.
Ой-ой-ой, как вас много, я подальше отлечу-ка. Да что вы так разозлились на меня? Ребят, выручай! Эй, чуваки, вы чё, братюни? Чё-то не сработало нифига. Подстав какую-то мне замутили. Ох уж эти братки. Ладно. Давай-ка сейчас ракушечек хоть соберем. Забирай. Е-е-е. Блин, у меня столько ракушек. Может где-нибудь откинуть свои щупальцы и зайти к нашему японскому Сому, чтобы прикупить у него крутых штук каких-нибудь, а? Или забить на это все дело. Так, значит, да? Еще одна царская звезда, хотел сказать. Пчела. Куда бы ее зацепить? Ну давай, зацепим ее сюда. Или может быть, ничего не покупать и поднакопить десяточку на новые щупальца, а? Ладно, давай поднакопим на щупальца все-таки. Или все-таки купить Queen Bee? Мне же еще с боссом предстоит драться. Ладно, давай, Queen Bee купим еще. Ну, царский осьминог какой-то у меня получается. Ух, сейчас они познают мою истинную злобу. Ну что? Школа мимики. Я б туда по... О, ёкарный, что это за драндулет такой выехал? Так, где мои клешни? Ууу, ракеты я люблю. Ой, ой-ой-ой. И ракеты так себе. Фигово пускают. Даже ни одна не зацепила. Вообще мимо летели. Ух, что-то... Чем дальше я иду, тем больше вот этих вот всяких роботов, самолетов, истребителей. О, еще одна каракатица приехала сзади. Нет каракатицы. Ой-ой-ой, невидимочка. О, винный погреб. Отличная штука, между прочим. Сейчас мы отведаем винишечку. Это было больно. Как же я так профукал момент, когда они меня зацепили. Ах, вы негодяи. Сейчас я вас всех тут перебомблю. Пчелы, царские пчелы, давайте. Шмаляйте свои эти. Жало. Больше жал. Никого не жалеть. Да что-то меня как-то окружает, слушай. Это прям очень нехорошо. Клешня, давай кусай, кусай, кусай. Ууу, они начали бомбить своими фаерболами. Это вообще не камильфо. Это как-то не по-дружески. Так, ракеты летят, одна на меня прям направляется. Думали одолеть меня такими ракетками, своими пукалками. Да фиг вам. На-на-на-на-на-на-на-на. Качу и бомблю. Бомблю и качу. Там две, ты посмотри, там две эти штуки ползут. И все мимо. Ха. Ох уж эти люди. Багетные. Багетную я люблю. Я уже их несколько раз бомбил. Там действительно очень вкусный багет. Ай, надо распрощаться уже. Воу-воу-воу, ракеты. Фух, увернулся. Как в фильме «Матрица», как Нео. Ха. Дальше едем. Ну, если честно, людишки уже ничем не удивляют. Все одно да потому же. Все одно и то же. Скукотища. Прям под ракету подлетел. Ладно, ладно, это я заговорился просто, что людишки меня не удивляют. Ах. Эй. Чертенок, подсвети-ка мне этих. Вот. Вот так. Поплыли дальше. Точнее, покатились. Как же неудобно, когда у тебя клешня с другой стороны. Очень прям неудобно. Клешня, кусай. Кусай танкиста. А, поехали дальше. Электричество. Сейчас обесточим весь город. Вот так. И что это у нас здесь? А он, фиг пойми, что это такое, между прочим. Какое-то высокое здание. Похоже на какую-то пекарню тут. Но это не пекарня, нифига. Опа-па, опа-па. Разгромил высотку я. О, фаербольчики полетели. Валим, валим отсюда, да. Да что? Одна хпшечка осталась. Это прям, ну... Это прям вообще не круто. О, ракеты еще летят. Это вообще... Да вы что оборзели-то так? Ты посмотри, сколько их полетело. Офигеть. Разозлились, что ли? Пуканы подгорают у них. Прям конкретно. Ага, ракеты вижу. Так, отслеживаем, куда они прилетят. Валим отсюда. Фух, пронесло. Надо разгромить танк и вот эту барракуду. Есть.
катимся дальше. Блин, ну а капец, одна хпха, и как мне с боссом драться, это же вообще отстой. Эй-эй-эй-эй. Есть. Почти миссион комплит. Почти, чуть-чуть осталось. Давай. Еще одно электричество. Ножи. Катимся, почти, мы почти приплыли. Приплыли. Есть, наконец-то. Давай, ломай скорее ракушку эту. Ножи, 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 пчелы. Жгите. Есть. Ура. Ух-ух-ух, ничего новенького здесь не выпало. Жизнь я купить не могу. Одна хпх осталась. И одна жизнька. Ну что, идем на битву с боссом с одним хп. Это, если я сейчас это вывезу с одним хп, это будет просто экшон. Дикий. Я буду себя чувствовать Брюсом Уиллисом. Или какого, Жан-Клодом Ван Даммом. Или кто там у нас еще крутой? Стэтхэм. Да, точно, как Стэтхэм. Или этот... Гулливер. Ой, Гулливер, это же из сказки. Че я несу? Ладно, все. Собрались? Блин, нет, только не эти змеи, как же их ненавижу, а? Робо-змеи. Они тут как тут. Ну, конечно, я же к боссу подлетел. Подлетел, да. Осьминоги еще летать умеют. Конечно. Заговариваюсь. Доехал. На своей головушке. Доехал до босса. Ой-ой-ой, тихо. Ух, какие они шустрые, эти змеи. Никогда не любил змей. Неважно каких. Настоящих, роботизированных. Или игровых. Ой. Давай, бомби. О, смотри, какая здоровая голова этого. Мими-чувака. Как их называть? Забыл. Пантомимщика. Какой у него огромный головень. Так, надо здесь подсветить все. Светим, светим, светим. Ой, ракеты выпустились. Еще и фаербол. Вот это врём. Нет. О, лягуха. Круто. У меня черепок восстановился. Офигенно. Так, значит, лягуху покупать я не буду, потому что я хочу купить экстра лайф. Она мне еще пригодится. Вот, все, поехали. Я готов разнести вас в пуканище. Полный адских мучений. Вам будет крендец. Я сейчас буду мстить вам за всех... За всех осьминогов. Ой-ой-ой, невидимки. Невидимки с тылу заходят. Какие же они ужасные. С тылу заходят, так еще их и не видно. Это вам не хохры-мохры. Вот так вот. А таташечки сейчас всем наделаю. Вы видали, что у меня на голове надето? Это не вязанка, это мозги ваши. Да не, шутка, это коралловые какие-то штуки, я не знаю. Из-под воды достал, короче. Между прочим, очень крепкая фигурина. Вот так вот вам. Давай, танкиста сейчас разбомбим. Блин, какой же он пантомист, этот здоровый. Я что-то боюсь туда нажать. А, это босс. Я понял, это босс. Вот с кем нам предстоит сейчас подраться. Огромный робота-пантомим. Ну и придумают же, чё, а? Ох, вот этот прикол. Ты когда-нибудь... Давай, 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 уходим отсюда, уходим. Ты когда-нибудь дрался с пантомистом? Вот и нефиг. Они жуткие. Они страшные. Я их вообще боюсь. Как увидел пантомиста, сразу щемись. Да что ж такое-то меня окружает, прям капец. Давай, стреляй в него. Не, на самом деле пантомисты, они крутые. Вот, они такие вещи классные делают. Они могут тебя в невидимой комнате закрыть. Прикинь. Закрыть и все, и фиг ним, кто подойдет. Типа я в домике. Так, что-то я вообще с темы съехал. Мы тут вообще-то мир рушим. Мы злыдни. Действуем и злодействуем. Пантомисты, пантомисты. Так, ломайся, база. Ой, база, встань. База. База 3.0 разрушена, едем дальше. Колесим по миру. Как же хорошо, что у меня вязанка эта появилась. Ну, то есть коралловая шапочка. Она прям... она мне идет. Ворнинг! Наконец-то я докатился до тебя, пантомист. Иди сюда, к папуле. Сейчас мы с тобой... Ой, какой ты стрёмный. Я думал, у тебя ноги есть, а у тебя не ноги, у тебя... У тебя эти... Как их называют-то? Гусеницы.
Как нам тебя? Давай я тебя пощекочу своим клешнями. Воу. Страшные штуки, ты огородился от меня. Да. Оу, у него масочка слетела. Боюсь, что... Смотри, у него что сверху вылезло сзади, из рюкзака. Это же... Он сейчас будет электричеством пулять в меня. Это очень не круто. О, выпустил эти ракеты свои электрические. Ёкарный. Ой, зря я туда попал. Фух, я думал, что они сейчас будут... масочку свою прибери. На улице не мусори. Рушим стоит. Быстрее рушь. Фух, успел. Если их не разрушить вовремя, то они могут мне конкретненько так здоровье мое подбомбить. О, что за луч? Багет достал. Валим. Нифига себе ты мощный, дружище. Багетом, смотри, пол улицы разнес. Офигеть. Он у тебя что, деревянный что ли? Блин, опять этот багет. Не-не-не-не-не, давайте, чуваки. Да что ж вы такие доги-то, а, братюни мои. Второй раз уже подставляете. Господи. У него, кстати, этот багет по-любому просроченный. Он у него месяц в кармане лежал. Поэтому он у него... Так, валим. Ладно, я валю. Фух, пронесло в этот раз. Потому что этот багет очень деревянный. Блин, нет, моя коралловая шапочка. Что ж мне делать-то без тебя? Есть, пантомист. Разрушен. Сколько с него колечек всяких болтиков выпало. Эйфелева башня, здорово. Ой, а ты такая маленькая, я думал, ты намного больше будешь. Ой, я сейчас на тебя взберусь, хотя что на тебя взбираться? Я тебя сейчас сломлю. Нафиг. Давай, ломайся быстрее. Она, кстати, похожа на шоколадную Эйфелеву башню. Слушай, если честно. Такая махонькая. Разрушили. О, яичко. Кто это там у нас в яичке? Показывай. Кто там? Чё за пупсик? Ути-пути. Это же ёж. Морской ёж. Ёжик. Ежик, как принято говорить. Ну что, пойдем посмотрим, на что этот ежик способен. У меня в кармане ежик. Давай, ежик. Сейчас мы тут королевых ракушек насобираем. Вот так, отличненько. Так что у меня прибудет еще в полку один друган. Надеюсь, нормальный. Он не будет меня подставлять. Как два моих карате и рыбяна дуаха. Оп-оп-оп, осторожненько, проходим. Проходим все виражи. Ага. Ни одна мина меня не зацепит. Фигулина вам огромная, лысая. Вот так вот собираем все ракушечки. Хо-хо-хо. Мастерски. Так, надо еще применить свою суперсилу. Сейчас мы ее испробуем. Суперсила! Воу! Ух ты ж, нифига себе! Вот это ящик у меня. Вот это мощно. Это очень пригодится в бою. Интересно, а на какой следующий город мы будем нападать? Ой-ой-ой, пропустил. Оп-оп. Прям очень хочу увидеть следующий город. И очень хочу зайти в магазин к этому, к нашему японскому другану. 823 ракушки. Это ж где такое видно? Там так закупиться можно у этого другана. Так. Собираем. Я, конечно, много пропускаю. Но делаю, что могу. Воу. Вроде неплохо. Вроде пока фартит. Ты одну пропустил. Ракета. Давай, не шали. Оно мимо прохады. Есть. А, ежика не так-то просто словить. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь какая-то... Блин, сколько ракушек. У меня ж на всех не хватит, вы что? Я один на вас, там столько много ракушек. Ой, нет. Да за что? За что? Электричество меня покорило. Бежим. О, ракушечки, да. Великолепно. Перфекто. Есть. Да когда это закончится? Я уже устал бегать от этих мин. Мина. Да, блин, попался все-таки. Есть. Это все закончилось. Новый ствол. Это же слон. Слонный ствол. Хобот слона. ДНК хобота слона. Офигеть. Я хочу эту штуку купить. Хобот слона. Я думаю, что он присасывает к себе врагов,
и пуляет этим врагом в других врагов. Но, к сожалению, вместо чего бы тебя поставить, слушай, друган? Я вот даже не знаю. $50, ну это... Ладно, давай мы тебя вместо одной пчелы поставим. Посмотрим, на что ты способен. Офигеть, вот это хобот. Ну а что этот хобот делает, мы узнаем с тобой в следующей серии, потому что сегодня мы достаточно набомбили. Если тебе понравилось, то сделай лайкосик, комментосик под видосик и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующей серии Октагедона. Ну все, тебе спасибо за просмотр и покеда. До следующего видосика.